Всем привет, меня зовут Екатерина Куклева, и мы с вами уже встречались на этом канале «Правда в музыкальных клипах». А сейчас я проведу для вас, как ни странно, экскурсию. Поехали! Я думаю, для вас более привычно слушать истории про декабристов, гуляя по Петербургу, но с Москвой многие из них связаны не меньше. Некоторые жили здесь до восстания, некоторые доживали здесь последние дни, а был и один, который вместо ссылки, в принципе, отбывал наказание непосредственно в Москве. И прямо за мной, мы сейчас чуть-чуть пройдем, находится дом, который связан с несостоявшимся диктатором восстания на Сенатской площади, главой Северного общества Сергеем Трубецким. Сейчас в этом здании находится картинная галерея Ильи Глазунова. Тогда оно выглядело несколько иначе. Этот дом был построен после уже пожара 12 года. И тогда было всего два этажа, которые сохранились. Мы можем по карнизу с вами немножко понять масштабы здания до перестройки. И именно в нем доживал свои последние годы один из самых известных декабристов. Отношение к Сергею Трубецкому весьма неоднозначное. В советские годы его очень часто называли предателем, который не вышел к своим друзьям. Но хоть это и не лишено смысла, все-таки оценивать ту или иную историческую личность, а в том числе революционера, надо все-таки, изучая его жизнь и несколько углубляясь в мотивацию его поступков. Хотя, надо сказать честно, я сама к Трубецкому отношусь весьма неоднозначно, потому что программа Северного общества, на мой взгляд, не столь привлекательна, как программа Южного. Хотя даже тут можно дополнить так называемого Северного и так называемого Южного, потому что все-таки что одно, что другое название было дано в первую очередь следователями, которые уже расследовали дело о восстаниях Черниговского полка и восстания на Сенатской площади. И если к Сергею Трубецкому отношение всегда было весьма неоднозначно, если не говорить, что относились к нему даже негативно, то к его жене Екатерине Трубецкой даже в советское время относились очень положительно, несмотря на то, что ее муж по факту не вышел к товарищам и оставил их одни. Она первая из всех жен отправилась за мужем в Сибирь. И если мы говорим о ней, то это действительно такой эталон любви, эталон преданности и верности. Женщина, которая поехала за своим мужем буквально на следующий день после того, как его отправили по этапу. Она уезжала очень тихо, без лишнего шума, поэтому даже многие и не знали о ее таком скором отъезде. Помимо того, что улица Волхонка имеет непосредственное отношение к самой фамилии Волконских, на ней родился и один из самых известных декабристов – Сергей Волконский. Дом его отца располагался там, где сейчас находится храм Христа Спасителя. Сергей Волконский, помимо того, что был князем, он был одним из немногих генералов, которые участвовали в заговоре. Точнее, тех генералов, которые за участие в тайных обществах и за свою деятельность были наказаны и преданы суду. Потому что если мы с вами говорим о восстании декабристов, мы заметим такое очень явный момент в том, что крайне мало высших чинов участвовало в заговоре. Но если мы посмотрим о деятельности, которая в том числе была, которая развернулась Павлом с помощью, точнее, которую Павел Пестель развернул на юге, мы понимаем, что в курсе этого военного заговора были весьма высокопоставленные люди, приближенные к императору. И что само по себе восстание, сама по себе деятельность декабристов – это не то, что нам показали вот в этом вот последнем союзе спасения, что несколько молодых пьяных дворян и князей сидели и обсуждали, как царя свергнуть. Это был огромный военный заговор, и причины его появления весьма понятны. В первую очередь это связано с тем, что после того, как огромное количество людей, дворян, которые были не просто солдатами, многие из них все-таки были полковниками и были генералы, которые руководили полками, ротами, батальонами,
сейчас меня эксперты именно военных действий начнут это клеймить, что я все неправильно говорю. Но суть в том, что эти люди, вернувшись в мир, к обычной мирной жизни, немножко почувствовали такой осадок, что больше от их мнения ничего не зависит, от их действий больше ничего не зависит. Хотя до этого именно они на поле боя решали исход битвы, исход войны и, в принципе, дальнейшее будущее своей страны. А тут они вернулись, вернулись они победителями и поняли, что в этой стране, за которую они проливали кровь, есть только один политик – это царь. А дальше, если ты князь, если ты обладаешь огромными деньгами или имеешь какую-то должность при дворе, то да, ты можешь как-то влиять на его решения, быть, ну, таким интриганом, продавливать свои интересы. Но политической субъектности у тебя никакой нет. Поэтому немалое количество дворян объединялись в общество, в тайные общества, размышляли и думали о том, как сделать жизнь в стране, победившей Наполеона, лучше. Возвращаясь к Сергею Волконскому, с чего я начала, был одним из тех представителей дворянства, князей, которые вступили в тайные общества. Но сказать, что им двигали прям какие-то идеи, он сам хотел меня сделать Россию самой лучшей, нет, такое сказать сложно, потому что в первую очередь он был очарован фигурой Павла Пестеля, который был прекраснейшим оратором. И если мы с вами говорим именно об истории декабристов, то, наверное, если бы не его случайный арест, то, в принципе, все задуманное им, скорее всего, бы было воплощено в жизнь. Сейчас мы с вами через Большой Знаменский и Колымажный переулок пришли на Гоголевский бульвар. Мы просто не пошли по Волконке, так как там слишком шумно и вряд ли бы нормально записался звук. Ну, а мы продолжим разговор о Сергее Волконском. Если к самому Сергею Волконскому отношение, в отличие от Рубецких, скорее положительное, то к его жене уже опять-таки неоднозначное. На мой взгляд, Мария Волконская – это настоящая королева хайпа, и очень многие наши блогеры и светские львицы должны просто брать у нее урок. Хотя стоит признать то, что весь хайп вокруг ее отъезда в первую очередь создавало все же ее окружение, ее родственники со стороны мужа. Но именно она создала тот образ жены декабриста, образ того подвига и отъезда в Сибирь, о котором мы все с вами знаем. Перед тем, как отправиться за мужем в Сибирь, она объехала практически все светские гостиницы. Привет из театральной лоджии! Где собирала овации, аплодисменты, Пушкин ей писал стихи и вот это вот все. При этом в самой Сибири, к сожалению, их счастливая семейная жизнь не сложилась. И жили они практически раздельно. Например, есть такой забавный случай, когда уже их отправили на поселение, Мария Волконская завела такую светскую гостиницу, куда приходило все дворянство Иркутска. И вот Волконский любил вваливаться туда, в тулупе, после базара, где общался с крестьянами и как бы портить им весь такой великосветский вайб. Да и дети Волконской скорее больше похожи на декабриста Александра Поджо. Это такое краткое спид-инфо 19 века, скандалы, интриги, расследования, декабристы и их жен. Но как бы несмотря на все это, сам Волконский попросил похоронить себя в ногах своей жены и так и остался благодарен ей за тот подвиг, который она совершила, отправившись за ним. А мы сейчас с вами находимся рядом с домом, где, в принципе, были арестованы некоторые из декабристов сразу после восстания. А именно здесь был арестован декабрист Свистунов, хотя и дом этот принадлежал другому декабристу, декабристу Васильчику. Вообще с этими людьми связана весьма интересная история. Кстати, еще и вот с этим вот домом. Он сейчас очень сильно отреставрирован, но там жил человек, который тоже имеет отношение к этой истории. Это старший брат Сергея Муравьева-Апостола Матвей Муравьев-Апостол. Он
последние годы жизни после ссылки уже жил в доходном доме Иерусалимского патриаршего подворья. Так с чем же была связана вот эта вот интересная история? Сергей Трубецкой пишет сообщение своему другу Муравьеву Апостолу о том, что на Сенатской площади на следующее утро начнется восстание, всем известное. И пишет не то чтобы свои указания, а свои пожелания о том, как стоит поднимать восстание на юге, какими силами и что делать. И передает это письмо через младшего брата Ипполита Муравьева Апостола, который по дороге из Санкт-Петербурга в Москву встречает кавалергарда Свистунова, своего друга. И вместо того, чтобы отправиться к своему брату, поскорее сообщать о том, что все уже в Петербурге началось, и пусть и югу тоже уже надо начинать восстание, чтобы оно действительно принесло какие-то плоды, Ипполит вместе со Свистуновым устраивает такие гастроли по светским гостиным в Москве. В том числе заезжает к своему другу, декабристу Васильчикову. Дом его родителей как раз вот сохранился до наших дней. В итоге они задержались буквально на 3-4 дня. В том числе, по их показаниям, стало известно, что немало времени они провели и в заведении госпожи Поль, более известной как Полина Гёбель или Прасковья Анненкова, жена еще одного декабриста, которая также является героиней фильма «Звезда пленительного счастья». Вот. В общем, тусовались они очень круто и славно. В итоге Ипполит Муравьев Апостол так вовремя и не доставил сообщение своему брату. И когда он уже все-таки до него доехал и увидел, что там уже восстание идет, и, скорее всего, закончится оно весьма плачевно, вот эти вот мысли о том, что же он натворил, довели его, до самоубийства, потому что в итоге Ипполит застрелился. Мы с вами подходим к последнему дому, который, наверное, я сегодня вам покажу. Это дом декабриста Нарышкина. На самом деле к этой усадьбе относятся два дома, вот эти вот два здания. Декабрист Нарышкин в них жил, в принципе, каждую зиму все свое детство. Этот дом принадлежал его матери. А потом и жил, когда он был полковником, служил, и во время своей службы в Москве, в принципе, здесь проживал со своей супругой Елизаветой Петровной Нарышкиной в девичестве Коновницыной. Вы можете себе, в принципе, представить, чтобы сейчас дочь Шойгу бросила все и поехала за своим мужем, политзаключенным, в Сибирь? Вот я не могу, а Елизавета Петровна, в принципе, сделала, потому что ее отец Коновницын, хоть и не дожил до восстания на Сенатской площади, являлся военным министром Российской империи, и, в принципе, дочь бывшего министра Российской империи оказалась женой декабриста. Вот так ее запомнила я. А мы сейчас поднимемся и посмотрим этот дом. Кстати, ей, в отличие от многих жен декабристов, повезло, потому что ее мужу назначили не столь большое наказание. А после того, как им было разрешено жить на поселении в Сибири, родственники все-таки выхлопотали, и в итоге жили они на Кавказе, где он продолжил военную службу. У этого дома даже есть памятная табличка, что здесь собиралось тайное общество декабристов. Нарышкин был членом Северного общества. А также есть табличка, что здесь был Тургенев, но почему-то вот даже в советское время не написали, например, что здесь был Рылеев, что как-то странно, на мой взгляд. А вот о других декабристах и их женах мы, наверное, поговорим на следующей экскурсии по Кузнецкому мосту на Неглинной. Там как раз-таки подробно обсудим Полину Гёбель и, наверное, обделенную вниманием в советское время, очень легендарную женщину, еще одну жену декабристов, Наталью Декабристов, я сразу выдала секрет. Наталью Фанвизину, которая во втором браке стала пущенной и была женой сразу двух декабристов, в том числе того самого бесценного друга Александра Сергеевича Пушкина.